И Российское общество знаний выпустило фильм об Уфе. Башкирской столице посвящена 4-я серия документального цикла о городах трудовой доблести. Лента повествует не только о героических подвигах на заводах и фабриках во время Великой Отечественной войны, но и знакомит зрителей с тем, как работают эти предприятия сегодня. В новой серии рассказали о трех компаниях: о МПО, Уфимском хлебном объединении «Восход» и Уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Башнефти». Уфа. Город-миллионник, раскинувшийся между двух живописных рек. Он входит в число крупнейших экономических, культурных и научных центров России. Здесь, на стыке Европы и Азии, живет и дышит большой город. Ну и презентовали новую серию на Всероссийском форуме «Города трудовой доблести. Кузница эффективных кадров», который проходил в Москве. Мероприятие было направлено на школьников и студентов, определяющихся с будущей профессией. Всего снято 6 фильмов. Уже вышли серии о Нижнем Новгороде, Кузбассе и Новосибирске.